Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Напоминаю вам, что мы вяжем мужской джемпер, вернее кардиган мужской от Brunello Cucinelli. Это третья часть этого мастер-класса, не последняя, еще у нас замочек будет, молния будет, капюшон, в общем, еще очень много всего интересного. Все недостающие, все первые части, всегда много вопросов. Девчонки, под видео я всегда оставляю ссылку на плейлист с мужскими изделиями, в которых находятся все видео, относящиеся к этому мастер-классу. Так что переходим в описание, нажимаем на плейлист, и там находим все видео, которые смотрим перед этим, которые видео начала этого мастер-класса. Значит, итак. Девчонки, что я сделала, не сняла. Кто вяжет, те уже в курсе, что мы, где мы закончили. Мы закончили на рукавах. И вот что я сделала без вас, это я соединила все детали. Почему не снимала? Потому что у меня пососкальзывали со спиц петли, и я их поднимала, и это такое муторное дело было. И, в общем, я забыла снять этот кусок. Ну, в общем, тут, в принципе, ничего сложного, да, просто мы соединили все детали, которые у нас оставлены были на спицах, вот после вывязывания рукава, и вяжем цельновязанную полочку, спинку и т.д. и т.д. и т.п. Значит, я провязала, открою. Естественно, еще петли подреза, сколько их там у вас. Кто вяжет со мной, они понимают, о чем я говорю, кто не вяжет, пожалуйста, в первые видео. Значит, и от проймы я провязала 17 сантиметров, и здесь я буду располагать карман. Значит, вот она пройма. Сейчас я вяжу все как бы одновременно, и от проймы 17 сантиметров отступаю от вот если разделить эти детали, да, вот моя как бы боковой шов, так называемый, и от него я отступаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 петель. Сейчас скажу, это в моем случае при моей плотности 14 петель. И сколько это сейчас? Один. Сюда маркер. Вот. И скажу вам, сколько здесь сантиметров. Так. В общем, я отступила от бокового шва, ну, сгиба 7 сантиметров, ой, не 6 сантиметров, это 6 сантиметров у меня. Вот здесь у меня будет начинаться вход в карман, то есть я сейчас буду разделять, сейчас посчитаю, сколько у меня петель здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. О, прекрасно. Значит, 40 петель я пишу, потому что мне эти цифры будут нужны здесь. Может, я сейчас здесь нахожу, ну, в общем, не важно. Там, где у меня нить, в лицевом ряду, я вот это все считала, отмерила, определила вход в рукав, где у меня будет, записала эту цифру. Вот, и теперь я буду вязать вот эту вот часть, отверстие в рукав. Вы слышите, что я говорю? В карман, отверстие в карман. Значит, отверстие в карман, сейчас я отделяю, смотрите, обратите внимание, я перешла на тоньше спицы, мне почему-то так легче, я вязала на тройке и перешла на 2,5, чтобы не затягивать, не контролировать это все, потому что почему-то даже мозоль натерла вот здесь вот. Мне легче как бы вязать на спицах тоньше, чтобы полотно, ну, как бы петли эти скользили, вот, не люблю я затянуто. Вот, сейчас я отделяю. Это все вязание. А вы знаете, что я еще здесь, смотрите, 40 петель я посчитала. Сейчас покажу, что мне здесь не нравится. Я думаю, вам тоже не понравится. Значит, вот у меня заканчивается, что вот это вот будет кромочная, изнаночная, то есть после изнаночной первая лицевая. Мне это не нравится, мне нужно, чтобы была
первая изнаночная. Значит, я еще провяжу еще одну петлю, то есть 41 петля, и у меня получится после кромочной изнаночная. Почему? Потому что я ранее об этом говорила. Мне не нравится потом, если добираются петли, а ну, по моему мнению, некрасиво, когда первая лицевая. Вот у нас везде у нас первая изнаночная, вот видите, поэтому и здесь я сделаю так, потому что вот эти петли, здесь будет первая лицевая, они спрячутся под вот этим листочкой кармана, в общем, под обвязкой кармана, поэтому там это не страшно. Вот на вот этой вот маленькой части это важно. И поворачиваюсь, и теперь я буду вязать только вот эту вот часть, эти 41 петлю на высоту как бы входа в карман. Вход в карман, теперь смотрите, девчонки, вот классическое расстояние входа в карман, начиная от 12 сантиметров. Это если женский, если детский, подростковый детский кармашек, ну если совсем уж детский, то 8-10. Женский, он в принципе, мы так всегда и рассчитывали, 12 сантиметров, мужской 16 карман. Вот, исходя из вот этих вот цифр, я свяжу, вам скажу, 13, чтобы было чуть побольше, потому что все-таки я вяжу маленький размер на себя. А вы смотрите тоже, ну вот, вот классический, можете измерить, допустим, на куртке, на мужской, если мужчине нравится, тут вход в карман. Но я вам говорю цифры, те, которые, в принципе, мы применяли в шитье, вот, классические, такое среднее такое число, я же не говорю, они могут быть больше, меньше, ну, классический средний вход в карман, женский составляет 12 сантиметров, мужской 16, вот так, исходя из этого, вы как бы определяйтесь, то есть уже тоже можете регулировать. Я, значит, вяжу эту половиночку, пока у меня не будет 13 сантиметров. Вот я провязала, здесь у меня пока не обработано, и пока это 12 сантиметров, ну если быть точной, вот так вот, ну да, 12 сантиметров, это без обработки, я предполагаю, что еще будет и побольше после обработки, и отрезаю я ниточку. Теперь мы будем вязать среднюю часть. Для этого, что это значит, мне нужно вот здесь вот отделить 41 петлю, которая пойдет на вот эту вот полочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать и одна. 41 петля. Отлично. Так, теперь мы будем вязать вот эти вот средние петли. Что еще мы... ух ты, смотрите, что у меня. Вот, вот поэтому я и не показала соединение. У меня все периодически слетали то одна, то вторая спица. Вот когда я оставляла передние детали и пораспускались крайние петли, и мне пришлось их долго поднимать, корректировать это все, поэтому и не сняла момент соединения. Вот. Ну, я думаю, вы меня простите, там сложного ничего нет, вы это не раз делали. Значит, что мне здесь нужно сделать? Давайте я буду этот карман рисовать. Вот сейчас мы вяжем среднюю часть, я просто буду, и добираем это основные петли, сколько бы у вас их не было. И нам нужно добрать здесь петли карманчика, мешковины карманчика. Я наберу 15 петель. Вы смотрите, может вам, сейчас я посчитаю, посмотрю визуально. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, это 6 сантиметров. Да, я наберу 15 петель. Вот. Ну, я не думаю, что вы будете хотеть карман больше. Может, разве что, ну, до 20 дотяните, да, больше не надо, потому что он сейчас у нас будет расширяться еще. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, цепляем маркер. И теперь вяжу основную, как бы основное полотно. То есть эти петли мешковина у нас цельно вязаная со спинкой, а там окатик, ну,
окружность вот эту мы потом пришьем. Все я подробно покажу, девчонки, этот момент я подробно буду показывать. Сейчас мы просто вяжем заготовки. Кстати, еще нужно, ну пока не нужно, потом посчитаем вот эти вот ряды, сколько у нас провязано, это нам тоже нужно. Так, я довязываю до маркера. Сейчас маркер я переношу сюда, а здесь добираю 15 петель тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то я не с той стороны начала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 11 12 13 14 15. Так, поворачиваемся, полочку вот эту вот правую оставляем пока и вяжем только среднюю часть, ну, спинку, кусочек передних деталей и мешковину кармана. Теперь внимание, мешковину кармана мы вяжем чулочной гладью. Сейчас я в изнаночном ряду, поэтому я петли провязываю и изнаночными петлями. Сейчас чуть-чуть неудобно сейчас здесь, но оно потом сейчас вот так вот сделаю, оно потом сравняется будет. Пару рядов провяжем. Так, я такое ощущение, что я спустила одну петлю, ну ничего, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 14-15. Так, ничего у меня не потерялось. Центральный. Господи. Маркер желательно повесить, потому что уйдете из узора в неизвестном направлении. Так, здесь я вяжу изнаночный ряд. Так, вот до конца ряда я дошла. Эти петли я тоже вяжу изнаночными, петли кармана. И далее что я буду делать? Далее в начале каждого ряда я буду добавлять петельки, то есть расширяя эту мешковину кармана. То есть вот эти 15 петель, это будет верхушка. А ну сам карман, мешковину нам нужно, чтобы он был побольше. Вот таким вот образом мы сейчас вот таким, видите, не показываю, сейчас буду показывать. Мы расширим потом, ну, до нужной нам ширины, потом будем корректировать. Все буду рассказывать. Есть. Теперь что я буду делать? Я буду в начале каждого ряда, это значит, что с обеих сторон это будет там в лицевом, а там в изнаночном ряду, я буду делать вот такую дополнительную воздушную петлю. Вы можете делать классическую после этого, ну, кромочной петли, без разницы. То есть каждые два ряда у меня будет добавляться здесь одна лицевая петля до нужной мне ширины, пока вот эта вот часть не будет, ну, чтобы рука туда входила, да, ну, чтобы это было похоже на карман, да, вот
вот это до маркера. Здесь мы в лицевом ряду вяжем ее чулочной гладью, все остальное узором. И от маркера здесь мешковину тоже чулочной гладью. Так, мне нужно, девчонки, вот смотрите, я добавила 7 петель, здесь 22 петли, и я решила, что мне хватит, потому что еще же у нас будет вот эта обвязка, она так настолько на пару сантиметров углубит рукав. В общем, в моем случае это 7 петель. И теперь, это значит, что у меня провязано 14 рядов сейчас, потому что... Так, и сейчас я посчитаю, сколько у меня всего здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. На 2, да? Значит, вход в карман у меня... Вот здесь вот 28 на 2, 56 рядов. Итого 56 рядов минус 28. Почему 28? Потому что 14 рядов у меня ушло вот на эту штучку, ну, на добавление, и 14 уйдет на убавление. То есть вот это количество рядов, которые вы добавляли, потом вы это же количество рядов будете убавлять. Поэтому 14 плюс 14 рядов, у меня 28, и остается 28. Мне сейчас нужно провязать ровно, без добавлений. Вот, я сейчас вяжу ровно. Так, смотрим, что у меня здесь, девчонки. Провязала я свои 28 рядов вот от увеличения. Теперь я буду, как я добавляла по одной петле, так я буду и сокращать. Вот они вывязываются, вырисовываются мои ушки, да, карманчики. Вот, и теперь я просто буду провязывать, сокращать одну петлю в начале каждого ряда, то есть и здесь, и в начале следующего ряда тоже, то есть сокращу эти ушки и доведу вот эту величину до вот этой вот, ну, то есть, чтобы это у нас сравнялось, одинаковое количество рядов, 56 всего у меня будет, и тогда мы уже эту детальку оставим. Итак, так, и так, и так, вот, теперь я вам показываю весь мой карман. Теперь еще хочу сказать, это не обязательно столько петель, вы определяете, вот какую глубину вы кармана хотите. Сейчас я вам промеряю свой, но учитываем то, что это женский. Вы можете, если, опять же, если это 10 сантиметров глубина, но здесь еще будет планка кармана, так что он будет где-то 13 сантиметров, плюс еще обработка, но я вам потом измерю. А здесь вот 17 сантиметров. Вот, но это даже и хорошо, что у нас другая плотность. Видите, здесь оно растянуло, но оно встанет на место, мы все исправим. Так, теперь я, в общем, у меня здесь 56 рядов, я закрываю все петли мешковины кармана и оставляю эту часть и довяжу правую полочку. Правая же у меня, да? В общем, закрываю я. И потом это все соединим, и потом уже доделаем кармашек до конца. Так, вот эта петля нам не нужна, она тоже дополнительная, мы ее тоже убираем. Так, сюда, все, далее пошли петли основного вязания спинки и кусочка передней детали. Вот так вот до конца. И закрою петли мешковинки.
Так, вот дошла я до конца ряда. И теперь закрываю эти петли благополучно и перехожу на правую полочку. Где она моя? Вот она, моя вторая полочка. И я привязывать не буду нить, я потом ее там присоединю. Вот первую петлю первый раз провяжу, а далее не буду. Ну, в общем, здесь у нас вот видно, вот здесь уже я так оставлю, там понятно, что я буду ту полочку вязать. Вот у нас кармашек, видите, образовался, еще планочка, соответственно, и мешковина вот здесь вот. Все, я продолжаю еще эту полочку. Так, ну и вот, смотрим, девчонки, я завязала правую полочку, все у меня сравнялось. Теперь я соединяю в цельное вязание, то есть буду вязать все петли и до нужной мне длины, потом резиночку, ну, в общем, все как положено. Кармашек мы будем доделывать потом уже. Вот. Сейчас я это все соединяю и вяжу цельным вязанием. Так, девчули, что у меня тут дальше? Девчонки, один... Я довязала, в общем, до конца провязала резинку, тут уже рассказывать нечего. Длину вы сами определяете, сколько вам вязать, высоту кармана вы тоже определяете. Вот я уже один карман сделала, сейчас подробно будем делать второй с вами. Я проверила технологию, технику, вот такой вот у меня карманчик получился, девчонки. Сейчас мы сделаем с вами второй. Вот, внимание, девчонки, карман делается уже после ВТО, это обязательное условие. Вот смотрите, мешковину я разутюжила, она вот принимает вот такую вот, в связи с разными плотностями, разной вязкой, такую классную, как раз для кармана, кругленькую форму и больше, чем... Ну, в общем, свою форму на чулочную гладь, оно принимает свою форму, что нам очень-очень нравится. Мне, во всяком случае, потому что это принимает форму более похожую на карман, и она очень тоненькая, поэтому никаких лишних уплотнений, утолщений не будет. Можно, конечно, сделать с двумя, как бы вот этими, и здесь привязать такую же деталь и сделать вот такой вот карман, ну, то есть двойной, отдельно от себе, ну, от основной детали. Но мне кажется, что такой лучше, потому что если бы была подкладка, да, его можно сделать так, и тогда не будет просвечивать вот здесь вот шов, как бы здесь он немножко отпечатывается. Но когда нет подкладки, я считаю, что это лишнее, потому что этот карман просто будет висеть. Вот зачем он такой, правильно? Итак, девчонки, первым делом я беру, набираю петли по вот этой вот стороне. Сторона, которая у нас к молнии, вот эта узкая. Спицы 2,5 миллиметра, вот я поменяла на тоньше спицы, потому что мне ими удобнее вязать. Я взяла одну на носочную, буду вязать. Значит так, здесь у меня 28 кромочных, вот здесь вот. Но я наберу петли, набираю чуть больше. Вот если считать, вот она первая кромочная, я залезаю прямо сюда, отсюда начинаю набирать. Мне нужно нечетное количество петель. То есть у меня в любом случае будет эти 28 из кромочных и 2 отсюда. Здесь будет 2, а здесь 1. Нет, здесь будет 1 дополнительная, потом пошли кромочные. Из каждой кромочной по одной петле.
29, потому что у меня 28 кромочных петель и одна дополнительная. И здесь вот я добираю 30 и 31, то есть увожу чуть выше, чем вот этот вот стык. То есть две, здесь одна дополнительная, а здесь две. Вот, и теперь я здесь у меня получается изнаночный ряд. Я начинаю вязание с изнаночного ряда. Первую петлю обязательно лицевую. Следим за тем, чтобы число петель было нечетным, чтобы на лицевую у нас начиналось вязание и лицевой заканчивалось. Ну, это чтобы краешки были у нас одинаковые. Вот, если у вас там, допустим, получается четное, то здесь дополнительную набираете одну всего, так что ничего страшного. То есть количество петель кромочных рядов, как бы, ну, кромочных петель, вот из каждой вы набираете по одной петле плюс одна. Если не хватает одной, то добавляете в верхней части кармана, не в нижней, а в верхней. Ну, хотя это не столь принципиально, хотя это не столько принципиально. Значит, лицевая и изнаночная. Здесь у меня вот ниточка, она у вас однозначно будет, потому что вы вязали со мной, и я нить привязываю к ней. Потом мы эту нить всунем туда в планочку. Теперь я вяжу еще 9 рядов просто резинкой. Так, смотрите, 10 рядов я провязала. Теперь мы в 11 ряду, начиная с 11 ряда. Девчонки, это, кстати, давайте я вам измерю, сколько эта планка у меня, сколько она на 10 рядов получается, чтобы вы могли подкорректировать свою. Но я не думаю, что вы шире захотите планочку. Я думаю, это как раз такая оптимальный вариант. 3 сантиметра, да, если вот она примется, немного стягивает, ну, утюжок нам это поправит. В общем, 3 сантиметра получается планочка. Значит, и начиная с 11 ряда мы будем ее вот так вот поворачивать сюда, чтобы ее как бы сшить одновременно, будем ее привязывать, чтобы потом не сшивать. Нам проще ее уже так готовенькую связать. Либо можно еще полой резинкой связать, но тогда вам нужно набрать в 2 раза больше петель. Вот. Этот вариант тоже. Ну, раз у меня там везде резинка 1 на 1, то я уже так, таким образом буду вязать. Уже после вот этого этапа можно подобрать молнию. Сразу я вам молчала, ничего не говорила. Так, смотрите. Вот последняя кромочная. Здесь у меня 1, 2, 3, 4 кромочные. И 5-я там где-то внизу. Значит, эту кромочную и с вот этой вот передней кромочной поднимаем одну петлю, одну только, и в этом ряду мы их провязываем 2 вместе, то есть присоединили мы предыдущие кромочной, поворачиваемся, нить уводим сзади, не перед собой, вяжем ряд до конца и делаем то же самое, то есть в конце каждого ряда будем присоединять. Так, изнаночная и кромочную. Теперь я провязываю изнаночную. Значит, переснимаю кромочную, поднимаю предыдущую и их 2 вместе провязываю изнаночной. В лицевом ряду изнаночной, а в изнаночном ряду лицевой мы последние петли провязываем. И так, пока мы не продвинемся сюда, давайте еще раз я с вами сделаю этот ход. Так, довязала я до конца ряда, последняя петля. Вот смотрите, здесь мы прицеплены, значит, мне нужна следующая кромочная. Я поднимаю за одну стеночку, чтобы не уплотнять, и провязываю лицевой, потому что вот мы находимся в изнаночном ряду. В лицевом ряду это будет изнаночная.
Видите, мы уже уголочек у меня формируется, и мы отгибаемся. Вот так вот каждый раз. Только смотрите, девчонки, аккуратно, чтобы вы не попали в одну и ту же кромочную. Потому что потом забуксуете, будет искажение. Это вам не нужно. Внимательно смотрите, чтобы попадали в следующую кромочную. Так, дохожу до кромочной. Здесь у нас мы будем вязать изнаночные. Вот она, предыдущая и следующая. Поднимаю, возвращаю эту и провязываю изнаночной. И вот так вот до конца. Еще сколько я здесь провязала? 4 ряда, еще 6 рядов. Так, вот смотрите, как это выглядит, да? Теперь вот получается, что это сшито, да? И петли у нас на спице. Оно может у вас сложиться вот так, но вы просто выворачиваете. Еще раз смотрите, туда должна смотреть листочка. Вот эти вот ниточки мы продеваем туда вовнутрь, запихиваем. Вот эту вот одну нить я обрезаю, не хочу я утолщение, но чуть побольше тоже туда продену. Вот. А серой буду сшивать. Это что у меня? О, господи, испугалась. Ну, затяжка какая-то. Так, иголкой нормально. Удобнее будет продеть это все дело туда, на ту сторону. Вот. Отлично. И я изначально хотела сделать здесь вот эту вот простую кетлевку крючком, но потом передумала, думаю, зачем? Так проще. То есть вы можете ее, конечно, сделать, но я же вот так вот каждую петелечку подошью за кромочные вот здесь вот два раза в каждую петельку. Итак, есть у нас подшито. Теперь мы снова переезжаем на лицевую сторону. Первым делом мы сейчас зафиксируем, отворачиваем подклад, чтобы его не зацепить, потому что нам нужно сейчас вот совместить это все красиво, оттянуть вот этот уголочек и ровно параллельно низу его здесь вот пришить. Вот так вот. Не прихватить мешковину ни в коем случае, нигде ничего не стянуть и пришить параллельно низу, чтобы угол у нас не улетел. Так, первый ряд. Вот я теперь хорошенько, смотрите, я прихватила, как бы. Теперь еще раз смотрите, теперь я уголок зафиксирую так вот хорошенечко несколькими стежками, чтобы здесь вот краешек был хорошо зафиксирован, и еще пройду обратно. Это те места, которые больше всего будут дергаться, поэтому их нужно зафиксировать хорошенечко. Так, есть, смотрите,
Вот, параллельно низу. Хорошо зафиксировано. Теперь уходим на изнанку. По изнанке теперь смотрите. Там стягивает вот эта вот нижняя часть. Хорошо раскладываем эту подкладку. Если она, видите, она побольше. То есть уводим не вверх, а вниз. Как бы больше стараемся. Но не перетягиваем. Ни в коем случае стараемся, чтобы это все у нас было естественно ложилось. Вот здесь вот я же говорю, немного стягивает эта листочка кармана. Не пугайтесь, она еще пройдет в ВТО. То есть у нас в принципе это обработано уже все. У меня проглажена и подкладка, и основная деталь, кроме вот этой вот планочки. Я вот так вот легонько подшиваю это все, не затягиваем ни в коем случае, от этого зависит именно это отпечатывание. Предупредите мужа, потому что если сюда ложить в эти карманы кошелек, ключи, да еще пачку сигарет, то пойдет, в любом случае пойдет деформация кармана. Это не карман куртки, это трикотажное изделие. Мы должны понимать, что оно просто потом деформируется и провиснет. Так что карманы эти носят такую декоративную функцию. И на тот случай, если вдруг некуда руки будет деть. Можно туда положить руки на пару секунд. Вот, в принципе, то есть вся функция этих карманов. Так, здесь у меня ниточка заканчивается, я ее... Уходим на лицевую сторону снова. Теперь смотрите. Теперь мне ее нужно вот так вот оттянуть и тоже параллельно пришить. Смотрите, оно стягивает. Можно сейчас на данном этапе перед этой этим мероприятием взять ее и проутюжить, чтобы было легче. Видите, она уходит. Так. Стоять ровно, я сказала. Наверное, все-таки, девчонки, проутюжьте и наметайте. Или булавочкой скалите. В общем, смотрите, я думаю, вы знаете, как вам упростить этот процесс. Уголок, опять же, фиксируем несколькими стежками. Там, в оригинале, девчонки, там карман чуть-чуть по косой уходит. Но я этого делать не стала, не стала усложнять. Он и ровный такой достаточно... Выглядит солидно, думаю, зачем. И при том там скос этот буквально на 2 петли, думаю, зачем. Усложнять не буду. Вот. Так, все. Все. Казалось бы, что-то сложный этап, не сложный. Вот еще у нас молния. Надеюсь, она у нас тоже пройдет легко и гладко. Девчонки, сейчас я это проутюжу и покажу вам на манекене. Вот. И еще попрошу, девчоночки, пожалуйста, подписываемся в Инстаграме на мою страничку, потому что я буду требовать от вас потом ваши фотографии. Я хочу сделать видео. Вот, теперь осталось утюжочком пройтись, либо как вы там обрабатываете, постирать, разложить, и ваша листочка примет ту форму, которую она должна принять. Вот. Стык у нас вот здесь вот. Видно, да? Она идет внахлёст в основное полотно. Вот такой вот карманчик. Все, девчонки, на сегодня все. Сейчас в конце покажу на манекене. Осталось. Сейчас на этом этапе еще забыла сказать. Забыла сказать, что вы сейчас должны купить себе, можете подобрать молнию. Как ее мерить? Внимание. Значит, вы
Вы уже на этом этапе должны понимать, сколько у вас будет стойка воротник. Вот я смотрю, где-то 7 сантиметров. Вот 7 сантиметров я пальчика взяла. Смотрите, молнию мы меряем ни в коем случае не вот так вот, по вот этой вот растянутой стороне. Мы меряем ее вот так. 60 сантиметров всего у меня молния, смотрите. То есть, если бы я мерила вот здесь вот, она бы у меня была 62 сантиметра, что уже неправильно, потому что потом бы она делала такие волны. В общем, моя молния 60 сантиметров. Вот вы измеряете свою, сколько вам нужно. Я ищу молнию и до следующих выходных прощаюсь с вами. Мы будем делать воротник и вшивать молнию. Так, сейчас еще покажу, выверну, покажу. Пока мне, вы знаете, все идет гладко. Я ожидала каких-то непоняток, возможных усложнений. Ну, пока все хорошо, вы знаете. Ну, вот это, видите, это издержки этой вязки, поэтому, почему я говорю, это все мы скорректируем молнией, девчонки. Это все у нас усядется, не будет вот этих вот волн. Да, все у нас заберет молния. Подождите, я еще вот так вот к спинке ее выровняю. Все это нужно будет нам скорректировать, но не боимся, все я вам расскажу. Сейчас померяю, сейчас еще так. Видите, 52. Уже 1 сантиметр я неправильно намерила. И если 7 сантиметров, значит, мне придется 8 сантиметров воротник делать. Потому что я объясню, потому что молния может быть либо 60, либо 65. Поэтому я в любом случае покупаю себе 60 и буду корректировать воротником. Вы же пока еще не довязали, вы можете еще корректировать длиной молнию. Но вот ни в коем случае не ориентируйтесь на вот этот вот растянутый край, потому что растянутый край у этой вязки у нас в любом случае будет. Вот по спинке, смотрите, как я приложила к спинке, выровняла вот здесь вот, в этих местах все. А вот эта часть у меня осталась вот такая волнистая. Вот ее-то мы и будем потом исправлять. Вот. Поэтому я в любом случае покупаю молнию 60 сантиметров и просто потом подвяжу, ну, сделаю на 8 сантиметров высокий воротник, что не страшно. Это не страшно, я считаю. Вот. Он там тоже в оригинале, он не маленький. И... А вы смотрите, потому что меньше, конечно же, я не хочу, чтобы не укорачивать молнию, напрягаться, будем корректировать, лучше корректировать так. Ну, хотя, в любом случае, можно даже и молнию подкорректировать, если уж совсем. Если нужно будет, и это я вам покажу, напишите. Ну, уже потом, если надо будет, я покажу, как укорачивать правильно молнию. Все. Так, и промежуточный мой результат. Девчонки, здесь я сколола булавками, чтобы было видно. Рукавчик и карманчик. Вот так вот он выглядит. Немножечко как бы отпечатывается подкладка. Ну, если аккуратно делать, не очень сильно. Если, допустим, темный будет кардиганчик, то тоже, я думаю, там оно спрячется. В общем, пока в таком мы состоянии, девчонки. Я, во всяком случае, ну, надеюсь, что и вы здесь не видно очень. На этом больше видно. Вот. Ну и все, я с вами прощаюсь до следующей нашей встречи. Всем пока!